Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфира. У студии працует Наталья Игнатенко. Добрый день. Глядите у этом выпуску. Выники социально-экономичного развития Гомельской области за 9 месяцев этого года разглядели на сегодняшнем посяджении областного выконавчего комитета. Операции по коррекции плоскоступневости у детей упершиню зроблены у Мазыры. Эстрадно-симфоничный оркестр областной филармонии рыхтует премьеру до своего юбилею. Зараз об этом и иншим больше подробязно. Выники социально-экономичного развития Гомельской области за 9 месяцев этого года разледжены сегодня на посяджении областного выконавчего комитета. Шерох экономичных показчиков, таких как валовый региональный продукт, замежные инвестиции, продукционность працы и экспорт товаров не выкананы. Разом с тем иснуют резервы для поляпшения ситуации. Дмитрий Котов с подробязностями. Ситуация складаная, але контролюемая. Менавіта так на посяджэнні аблвыканкама характарызуюць вынікі социально-экономичного развития за 9 месяцев. Валавы региональный продукт склав 95,4%. Гэты показчик на Гомельшине у першую чаргу залежыць от дзейнасці мазырскага нафтаперапрацоўчага и беларускага металургічнага заводов. Два промысловые гиганты забяспечваюць каля 30% от агульнага объему вытворчасці региона. И зараз на их існуюць пэўныя проблемы, связанные с недохопом сыровины. Гэта не дае магчымасці ў поўнай меры загрузіць вытворчыя магутнасці. У выніку адсутнасці буйных заказаў на прадпрыемствах некалькі знізіліся аб'ёмы работ у будаўнічай сферы. Невялікае зніжэнне дэманструе і гандаль. Да прыкладу, рознічны продаж зафіксаваны на ўзроўні 98,5%. Затое лепшую дынаміку за вызначаны перыяд прадэманстравалі аграпрамысловы комплекс і транспартная галіна. Если говорить по количеству убыточных, то у нас их на уровне прошлого года. Но мы считаем, что их еще достаточно много, 133 убыточных организаций. Конечно, в других областях ситуация еще похуже, но мы этим не восторгаемся, а продолжаем работать. Стоит задача максимально, все предприятия должны работать рентабельно, иметь прибыль для того, чтобы поддерживать и свое развитие предприятий, и своих работников. Отзначены и становчие тенденции. По-первых, снижение вытворчих затрат у среднем по области на 5%. А кроме этого, отрымалось досягнуть невеликого росту объему экспорта товаров и поменьшение запасов продукции на складах у поравнании с минулым годом. Будут создаваться новые рабочие места, новые предприятия. За 9 месяцев в Гомельской области создано 547 новых предприятий. Уже создано порядка 2500 новых рабочих мест. Радует то, что практически 40%, в отличие от предыдущих лет, это производственный сектор, то есть реальная экономика, а не только торговля. Потому что в прошлые годы создавалось порядка 80-85, это в основном только в торговой деятельности. В данном случае это производственные предприятия, которые производят реальный продукт. Больше як палова створаных прадпрыемстваў размешчана не на тэрыторыі Гомеля. Гэта дэманструе прывабнасць для інвестараў не толькі раённых цэнтраў, але і сельскай мясцовасці. Дарэчы, з мэтай агульнай стабілізацыі ў розных сферах эканомікі распрацоўваецца праект павышэння якасці на 2017-2020. Гэты дакумент будзе створаны сумесна раённымі, гарадскім і абласным выканкамамі, а таксама адміністрацыі СЭС «Гомель-Ратон». Усе прапановы павінны быць прадстаўлены ў камітэт эканомікі да 21 листопада. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Операции по коррекции плоскоступневости у детей упершиню зроблены у Мазыры. Майстер-классы для хирурга у городской больницы провели врачи кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Гродинского медуниверситета. Подробязности в сюжете корреспондента у телеканала «Мазыр». Для хирурга у майстер-класс, а для пациентов – сапраўдная операция. У зале, хоть и шматлюдно, заховывается максимальная концентрация. Пациент на столе, медики завершают подрыхтоўчий этап. У дитяти деформация стоп або плоскоступневость. Помылки развития организма будут выправлять хирурги. Проз сантиметровый надрез пациенту уживляется специальный винт, який будет подтримливать ступню у нормальном становище. Уже на третьи сутки дитя сможет самостоятельно ходить, а про операцию будет нагадывать только маленький шрам. В будущем уже их перестает беспокоить болевой синдром при статических нагрузках и при длительных нагрузках при ходьбе, турпоход какой-нибудь, прогулки. Они уже, нижние конечности, голени, подошвенная поверхность стопы перестает болеть. И стопа уже растет, невоплощенный скелет стопы.
Гродзенские врачи позбавили от проблемы плоскоступневости троих юных пациентов, а кроме того, поделились своим опытом с мазырскими коллегами. Как показывает современный опыт, консервативное лечение этой патологии не всегда эффективно. То есть в тех случаях, когда недостаточно стелек, вот показана эта операция. В области, в Гомельской, эта операция выполняется сегодня вот впервые. Ну, впервые у нас в Мозыре. Ну, надеемся, что и мы сможем оказывать эту помощь детишкам, которые нуждаются в этом виде лечения. Для мазырских медиков майстер-класс от гродзенских коллег поклал початок к проведению малотравматичной операции и подарил надею тысячам маленьких пациентов. По статистике, от плоскоступневости покутают больше, як 25% детей. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазыр» для телерадиокомпании «Гомель». День открытых дверей прошел у Гомельском межрайонном отделе Державного комитета судовых экспертиз. Специалисты показали, как находят доказы с допомогой дактилоскопичных порошков и вызначают особу человека по отпечатках пальцев, выявленных на месте здарения. Подробнее расскажет Максим Савин. Фоторобот за 10 хвилин. Каждый день эксперт комментирует. Допомагают юные удельники встречи кадеты. Отримливается фото подлетка, вельми подобного на их сокурсника. Снятие отпечатков пальцев – еще одна интересная процедура. Профессионалы показывают, как это делать правильно. Сегодняшняя наша экскурсия очень полезна для меня, так как я здесь узнала и смогла спросить, чем занимаются следователи, и смогла для себя уже определить и решить, хочу ли я заниматься этой деятельностью. У день открытых дверей криминалисты так само рассказали, как ведут огляд места здарения, продемонстрировали техничные махчимости службы и обсталявания. Например, как выявляют подробленные грошовые знаки. Сучасные банкноты имеют несколько ступеней безопасности. 2-3 манипуляции у криминалиста есть докладный отказ. Фальшивка у руках и соправдные гроши. Зрозумело, что до такого уровня майстерства специалисты приходят не одразу. В опыт и подказки коллег помогают новым сотрудникам хуже адаптоваться до работы. Курсанты, которые приходят после академии, и, конечно же, они еще сыроваты в своих познаниях и навыках. Однако при общении с профессионалами, которые уже со стажем работы более 5 лет, они выезжают вместе с ними на места происшествий. И наши профессионалы, работники, как говорится, с земли, которые работают постоянно на местах происшествий, в отделах, они передают свой передовой опыт, и уже курсант через год-полтора может уже показывать те результаты, которые от него требует комитет. Юным удельникам мероприемства их портреты, складенные с допомогой фоторобота и дактокарты, уручили на память. Явген Побаловец, Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Эстрадно-симфонический оркестр Гомельской областной филармонии рыхтуется до Великого свята. У листопаде коллективу исполнится 20 годов. Зараз музыканты проводят репетиции юбилейной программы. Александр Лупиненко с подробязностями. До святочной даты застается менее за 2 тыдні. Репетиции проходят что день по несколько годин. Гомельский эстрадно-симфоничный оркестр областной филармонии рыхтуется до важной даты у своей биографии. У листопаде коллективу исполняется 20 годов. Конечно, много. Пройден большой путь. Много создано программ, много создано творческих проектов. Музыканты стали намного опытнее, потому что в составе оркестра есть очень много музыкантов, которые были участниками основания этого коллектива. Но в то же время это мало, потому что впереди очень много работы, впереди также много новых проектов. Концертная программа, якую оркестр рыхтуе до юбилею, отримала назву «Classic New». Свой особливый музычный сюрприз для меломанов. Это будет модное направление сейчас в искусстве, которое вот у вокалистов называется классический кроссовер. Это исполнение классических произведений в современных обработках. Это как вокальные произведения, так и инструментальные произведения. Премьера юбилейной программы «Classic New» запланована на 11 листопада. Концерт отбудется на сцене громадско-культурного центра у 18:30. Александр Лупиненко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры.